На развитие Абая, Темиртау, Сарани, Балхаша и Жезказгана из областного бюджета выделят около 42 миллиардов тенге. Так сказали сегодня в областном акимате. Как сообщает пресс-служба областной администрации, эти средства пойдут на диверсификацию экономики и развитие малого и среднего бизнеса для обеспечения оптимальной структуры занятости населения, а также на развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Напомним, по информации чиновников, по программе развития моногородов в текущем году Карагандинской области выделено 2 миллиарда 219 миллионов тенге на реализацию 38 проектов. За счет этих средств восстановлены 2500 опор освещения, выполнен ремонт 13 тысяч погонных метров магистральных тепловых сетей с полной заменой изоляции, обустройство полигонов и вывоз твердых бытовых отходов, благоустройство 119 дворовых территорий, озеленение и обустройство детских площадок. К слову, в комплексные планы моногородов включена реализация ряда крупных якорных проектов на сумму 30 миллиардов 306 миллионов тенге. В их числе колбасный цех в Абае, обогатительная фабрика по переработке медьсодержащих шлаков и гидрометаллургический цех по производству катодной меди в Балхаше, птицефабрика мясного направления Capital Projects LTD в Жезказгане. Далее обогатительная фабрика по переработке и обогащению полиметаллических руд в Каражале, завод по производству вяжущих специального назначения в Саране, технологическая линия номер 5 по производству цемента сухим способом АО «Карцемент» в Темиртау и другие проекты.